Спускаясь по опасному маршруту, команда потеряла слишком много времени. Уже закончив пастись, стадо, видимо, поднималось на ночную лёжку. Он ещё выше походит. Где? Да-да-да. Вот они вышли. 500 метров. Давай, всё, я готовлюсь. Медлить было нельзя. Вдруг, чуть левее и ниже, в метрах 500 от основной группы, Николай увидел одиноко пасущегося барана. Его трофейные качества были на порядок выше. Он заметил, конечно. Бежит, бежит, уходит. 500 метров, я стреляю. Есть. Ого, характерное попадание. Наконец-то колымский баран взят. Маленький, но простят меня коллеги-охотники. Это уже 90 километров мы прошагали за этим бараном. Сила и выносливость снежных баранов поразительна. Попав в цель, пуля не сразила зверя. Он пробежал несколько метров и остановился. Еще какое-то время он упрямо стоял. Все, ложится уже. А затем опустился на землю и склонил голову. Он просто здоровый. 5 дней солнца по этой жаре, по скалам. Я думал, что Кавказские горы тяжелые. Это самая тяжелая охота.